Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Хочу сегодня поделиться, друзья, с вами новой криптомонетой. Называется Camufla Coin. Это первая колумбийская криптомонета. Регистрация здесь наипростейшая, кто захочет присоединиться. Кран платит. Здесь можно это все перевести и почитать. Вот эти ребята основали эту монету. Значит, все, я уже зачитывать не буду, затягивать видео. Здесь вот эти вкладочки все кликабельны. Есть у них страничка на Facebook, я присоединилась. Секундочку, сейчас закрою свою рекламу. И вот здесь все также кликабельно. Перейдем на сам кран. Дашборд. Вывод производится на биржу CRAX24. Сейчас я вам все покажу по порядочку. Сейчас зайду на кран. Значит, вот здесь сверху от домашней странички я вам только что показывала. Валет я сюда пока ничего не устанавливаю. Exchange. Видим CRAX24. Можно или нажать сюда перейти, или же в описании под видео. Здесь также это все можно покликать и изучить. Stalls. И вот здесь. Давайте перейдем на биржу CRAX24 и посмотрим монетку. Я вчера вывела. Друзья, собирается монета очень быстро. Я вчера насобирала минималку. Даже я не знаю, за сколько времени. Ну, меньше часа. Минималка 1 миллион. И я 1 миллион набрала меньше, чем за час. Вот это вот монетка, сокращенно КТВ. Стоит одна монетка 5703 биткоин сатоши. У меня миллион. Я вчера вывела. Вот. И этот миллион у меня... Так, если продать, если я ее продам, 1 миллион. Продать 1 миллион. Баланс вот. Количество 0,1. Цена всего. Так, подождите. 0,1. 5703. Это лучшая цена, они предлагают. Вот. Так, давайте вот сюда отчет нажму. Покажу, что монетка ко мне пришла вчера. Так, история платежей. И вот 27.04. Пополнение КТВ 0.01. Успешно совершен. Все подтверждено. 160 подтверждений. Далее идем счет, где брать кошелек. Так как нужно прописать, прежде чем собирать, нужно прописать адрес кошелька. Вот сюда в поиск вбиваем КТВ. И вот она монетка. Нам нужно будет пополнить. Вот моя монета. И это у меня здесь сразу в БТЦ 57 биткоин сатошиков. И мы будем пополнять. Вот здесь нажимаете пополнить, у вас генерируется адрес, вы его копируете, идем на кран и нажимаем профиль. Сейчас страничка загрузится. Далее сюда нажимаете на красную вкладочку и прописываете свой адрес кошелька. Далее опять на красную вкладочку «Сохранить». Все, больше нам ничего не требуется. Далее что? Нажимаем «Claim». Можно и где «Dashboard» нажимать «Claim». Ну и вот здесь такая менюшка идет. Вывод нужно делать, по поводу вывода я хочу вам сказать, целую сумму без всяких монет, как бы дополнительных,
у меня было 1 000 000 там с чем-то, как бы нужно ту ровную сумму, 1 000 000. Разгадываем капчу. Капча бывает разная. Бывает вот ре-капча, бывает буквина сольви медио и бывает еще другая там тоже буквенная. Подтверждаем. Нажимаем claim. И все, мне зачет. Сейчас страничка перезагрузится. И вот пошел отчет времени. 1 минута у меня. Нажимаю дашборд. И у меня 445 тысяч монет. Так, давайте я даже подожду, нажму на паузу, подожду минутку и как бы покажу, что очень много он дает. Но пока идет отчет времени, покажу, как выводить. Нажимаете на баланс. Так, баланс. Вот здесь у вас уже прописан номер кошелька. Сюда вставляете количество монет 0.01 и нажимаете Windraw. И монетка выводится на биржу. Партнерская ссылочка. Опять дашборд. Также сейчас покажу партнерскую ссылочку. Вот здесь нажимаете реферал. И вот ваша партнерская ссылочка. Можно сюда нажать скопировать, можно так скопировать и поделиться в соцсетях. Так, давайте вернемся обратно в дашборд и посмотрим. Прошла у меня минута. Там такая капча бывает. Так, клейм. Вот здесь тоже можно как бы нажимать клейм. Большие буквы, у меня все вот никак не получается. Вот такая вот капча тоже, видите, новая уже, она сама появилась. Вводим капчу. У меня 500 на балансе сейчас, посмотрим. Так, не 500, 445 монеток. P-O-P-S-O-N-A-P-P-E. Так, нажимаем клейм. Опять страничка грузит. Опять идет, видите, 1 минутка. Можно так целую минуту. У меня было 445 монет. Стало у меня монет 542 монеты. Как видим, дает прилично. Можно собирать. Набрали 1 000 000 и ставим на вывод. Кому интересно, друзья, пользуемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!